Ну что ж, на льду чемпионы мира, итальянцы Анна Капеллини и Лука Ланотте. Ух, какой был чемпионат мира в Японии, когда в 0,06 балла, даже меньше, чем в одной десятке, оказалось сразу три дуэта. И когда казалось, что между Капеллини, Ланотте и Пшалабурза невозможно вклиниться, тем не менее, там умудрились оказаться еще канадцы и Вивьер Поже. Ну а сейчас первое выступление на гран-при нынешнего сезона итальянцев. Я, честно говоря, им очень симпатизирую. Чок Бейтс мы уже видели, Вивер позже тоже посмотрели. И те, и другие очень уверенно выиграли свои этапы. Посмотрим, что нам покажут чемпионы мира. Своеобразный так. Мне кажется, есть расхождение с музыкой. Отличаются они от своих предыдущих фигуристов, конечно, по уровню и по исполнению, но нелегко им будет, мне кажется, и с Чок Бейтс бороться, и с Вивьер Поже. Да я так смотрю по оценке из Шибута, они будут нелегко бороться, хотя, наверное, второй-то они должны обходить сейчас американцев. Я думаю, сейчас оценка поднимется у них еще. Не все баллы зачислили. Ну вот если уж мы начали говорить, то вот третий этап гран-при смотрим, и пока... Те, кто выигрывал, рассортированные по разным этапам, кто больше понравился? Американцы, канадцы, либо же итальянцы по первому дню? К сожалению, я в короткий танец не всех смотрел, поэтому... Ну, вообще, честно говоря, очень мало именно по Садобле произвели такое серьезное впечатление, запоминающееся. И, ну, надо как-то все равно их увидеть на одном льду, чтобы понять... Ну вот если разницу. Все они выйдут в финал гран-при, то как раз появится такая возможность. Как раз посмотрим, да. Но это все было исполнено неплохо, качественно. Я говорил, просто по Садобле мне показалось, что они старались додерживать ноги, как бы вот все там свои два счета, например. Но из-за этого, мне кажется, немножко припаздывали на следующий шаг. Был какой-то диссонанс по музыке у меня, но... Все остальное, ну, не безукоризненно.
Ну что-то сегодня прям слишком много критических стрел. Эти не очень, эти не очень, эти ну, не вот очень. Ну вот посмотрите, вот он ее это вижу. Швырнуло. Ну что, мы смотрим, мы говорим то, что видим. А судьи оценивают то, что видим. Ну пока да, по сравнению с Чок Бейтсом и с Вивер Поже, оценки значительно ниже у всех, кто сегодня принимал участие. Да факторов-то может много быть. Там та же акклиматизация. Все-таки ребята приехали из Америки, из Европы в Китай. И кататься там не так-то и легко. Анна Капеллини Луколанотте, чемпионы мира. Может быть, неожиданные, но не менее заслуженные от этого. Они, кстати, и чемпионы Европы, то есть они в Олимпийский год насобирали всего, что могли. Ну, правда, в Сочи получилось не слишком здорово, но, тем не менее, этих званий у них уже никто не отнимет. Так, меньше, да, чем у Шабутани, причем да, меньше прилично, но немножко, кстати, больше, чем у Пападаки с Цицерон, то есть разница между французами и итальянцами совсем крохотная, ну и, по счастью, не очень далеко, к сожалению, только от второго-третьего дуэтов. Надо посмотреть, конечно же, сетку, то есть Ирина какие баллы поставили, но, честно говоря, тут... Вопросы есть, почему так? Ну, смотрите, на первой позиции, причем уверенно, Майя и Алекс Шабутань.